Всем привет! Меня зовут Владимир, и вы смотрите канал Феникс Let's Play. Как вы помните, в прошлой серии мы завершили ее не очень удачно. Она у нас просто игра вылетела, накрылась запись, все дела. В итоге я дошел до этого места, тут не сказать, что прям далеко было. Вот, я до него дошел, все хорошо, в этот раз игра не вылетела, все в порядке, поэтому просто продолжаем. Но на всякий случай я решил, что я, наверное, каждые минут так 15-20, ну, может, полчаса, нет, полчаса, наверное, много. Каждые минут 15 буду сохранять, просто делать паузу и все, чтобы у нас не накрылось видео. Если накроют, то хотя бы только часть, а не все целиком. Ну что ж, продолжаем. Доходяга, я бы сюда не притащился, если бы не твоя дамочка. Ты уж ей намекни, что за предки, что предки за нее волнуются. О, бедняжка Валентайн. Обиделся, что его отлупила девчонка. Хочешь, чтобы я побежала домой к папочке, да? Не надо было лезть в это дело, Ники. Тут не старый район. В этом хранилище я царь и бог. Я за тебе. Я не позволю кому-то, нахальному частному детективу, сорвать все мои планы. Когда наконец... А я тебе говорила, грохни его нахрен. И всего делов. Ты сопли распутил. Не-не, мы с ним старые друзья. Ребят, я никому не друг. Дайте я это. Перевалю всегда и все. Так. Так, что-то я отвлекся. Так. А что ее убеждать-то? Она нужна, нет, это курица. Не хочу ее убеждать. Что вообще происходит? Что у вас с Ником вообще происходит? Дарла сбежала из дома. Отец попросил меня отыскать ее. И тут выясняется, что она стала подружкой моего кореша, доходяги Малоу, главаря мелкой банды. А никогда бы не подумал, что он сможет захватить убежище. Воистину, жизнь полна сюрпризов. Алло, вы что, не поняли, кто тут главный? Хочешь что-то сказать? Говори это мне. Да убей ты его! Ты жирный, уродливый сукин сын. Тебе и твоей шлюхе давно пора на тот свет. Вот давно пора уже. Ты-то дура куда лезешь? На тебе. Все, нету ее. А че, граната моя? Вот другое дело. На тебе. Доходяга Малоу. Так, чё, все передохли? Вот смотри. Робот, вот берешь что-то вот голову. Да помолчи ты, я говорю. Берешь что-то голову и тащишь ее там отцу или кому скажешь, блин, это дура, блин. Растить надо ребенка правильно, во. Какой-то, блин, нудный, а? Так, мятая шляпа. Да я с тобой даже общаться не хочу. Ты робот какой-то, блин, долбанутый на всю голову. Да, я пошарю, слушай. Подожди, а чё? Не за тебя! Разнесли... Вон. Руку моему костюму. Разнесли ногу моему костюму. Так, ты у нас... Дотало закруженная. Пойдем, обойдемся. Блин, ладно. То мы так будем долго ходить, бегать. Поэтому давайте-ка обратно костюмчик. Костюмчик. Так. А что, мы отсюда пришли, что ли? А, у нас ядро кончается. Точно. Ну, нормальный как раз нам. Все, добрать уже. Допроверять. И как раз. Опа. Блин. Подожди, а вот... Мы тут не были нигде. А почему тот тогда голый, я не понял. Мы зашли через эту дверь. Какой черт вот этот лежит голый уже, раздетый. Ты нудист? Любитель там, профессионал? Ты что такое? Подожди. А, подожди, мы через... А че еще мы зашли-то? Ладно, хрен с ним. Погнали отсюда. Нам, наверное, вот сюда куда-то. Все, точно, это мы зашли, это с самого начала. Мы посюда точно заходили просто так, вот. Да, я сообразил, где мы, что мы. Почему игра вылетела, там тоже непонятно в тот раз.
Все, идем обратно. Тут все уже горит. Мы все подорвали, все, что могли. Ну, идем вроде верным путем. Вот, да, сюда. Полезли. Бэк-бэй. Задняя бухта. Алкоголь и химические препараты могут временно повышать характеристики, однако их употребление вызывает зависимость. А если она возникнет, то вашему персонажу придется регулярно принимать соответствующие, понятно. Толстяк, вероятно, самое разрушительное оружие из тех, что применялось в современных войнах. Портативная пусковая установка, стреляющая ядерным зарядом, ни хрена себе. Вот так вот бабахнул, случайно, с базуки. И нету полстраны. Правильно бы, ну, такие оружия навыдавали, так. Теперь удивляется, почему везде радиация и такая разруха. Хотите существенно повысить эффективность оружия в ближнем бою? Установите штык. Знаем. Что такое загружайся-то? Химлаборатория. Как правило, к тяжелому оружию относятся громоздкие, массивные, но исключительно мощные образцы. В эту категорию входит залп, толстяк, огнемет, гатлинг, лазер, миниган и пусковая установка. Что-то он так долго загружается, я решил на всякий случай видео подсохранить. Что-то уж совсем долго. Если вам не удастся одержать победу в бою, попробуйте убрать оружие. Есть незначительная вероятность того, что противник вас простит. Ну-ну, простит он. О. Небо Содружества. Никогда бы не подумал, что смогу на него смотреть на него чувством облегчения. Спасибо за помощь. Ну как тебе удалось узнать, где меня искать? Ведь мало кто узнал. Так, чё? Подруга твоя. Твоя секретарша. Меня послала она. В самом деле, надо повысить ей клад. Ладно, кажется, мы говорили про твоего пропавшего сына Шона. Давай ты зайдешь ко мне в офис в Diamond City, вспомнишь все подробности, а перед этим немного отдохнешь и освежишь голову. Встретимся там. Увидимся в Diamond City. Давайте уровень. Не дали мне уровень. Так. А мы где вообще? А давайте мы в Diamond City. Да. Просто переместимся, потому что, ну... Ну не хочу убежать, тем более у нас ядро дохло, все дохло, мы сейчас будем тут кое-как ползти, нам до конца вряд ли хватит добежать до него, дойти даже. Так, газета Diamond City, общественные события, позаимствовала название у первого бостонского периодического издания, вышедшего еще в 1690 каком-то году. Робот-охранник, один из самых опасных роботов в мире, в бою он применяет целый арсенал различных видов техники, видов тяжелого вооружения. Понятно? Некоторые прочитаешь и ждешь. Некоторые, блин. Все. Ты там давай, не умничай. Пойдем. Сдох у нас. Наш агрегат. Нет, давай ты убери, ты что? Нам что нарваться не надо. Это я так проверить на всякий случай. Ползем, 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 ползем. Так, а нам. Подожди, это они типа... А, подожди, это манекены. Труп-то наконец-то убрали. Так, тут где-то был... по-моему, вот... Вот-вот. Вон там, у того мужика. Все, давай, вылазим. Пошли. Нам просто сейчас надо чиниться, ремонтироваться. Подожди, давай починим сначала. Так, чинить... Да, это нормально все чинить. Выбрать, все, нет, да? Так, чинить. Все чиним. И чинить. Что случилось? Нифига там стали нужно. Ну ладно, пока. Пока чинить, значит, не будем. Загружены мы по самое не могу, у нас там куча всякого оружия и так далее. Да. Хорошая мысль, она какая-то немножко странная. Ну давай.
great insurance against raiders, but I got a lot of options. Давай, 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 так предлагай. Обмен. А почему он серый какой-то у меня? Вот мне интересно, почему он какой-то серенький, какой-то неактивный? Ну, ладно. Так, мои предметы. Мое оружие. Так, давайте смотреть. Что нам тут не нужно вообще? Продаем, продаем. Так, это нормально. Дрын. Продаем, продаем, продаем. Лазерный карабин. Оставим пока. Не помню. Просто оставим. Вот, пистолет, пулемет. Продаем все 8. Ага, сейчас. Так, снайперское это все. Оружие все. Значит, погнали. Изношенная шляпа. Продаем. А чё ты, почему ценник-то такой низкий делаешь? Ты конь! На полтинник стоит было написано. На тебе противогаз еще. И вот это на. Ты вообще конь! Ладно, ладно, блин. Придешь ты ко мне тут, выпрашивай что-нибудь. Со сбой пускай будет. Падаль жадные. Я настолько тебе барахла принес, а ты, блин, мне какую-то хрень предлагаешь. Ну чего, у него еще на книга, цена. На, не надо. Вообще ничего не стоит. Так, эти надо оставить. А, приказ супермутанта. Нафиг. Это надо оставить тоже. Все, шпильку у нас дофига. Так, это нам нужно будет перекинуть. Модификации. Это надо. Кстати, это нас телепортируется нам бы. Нет, подождите, мина. Принять. Да. Так, давай, теперь ядерный блок, у тебя точно знаю. Был. Вот он, что он стоит? Отлично, давай. Да. Все. Хоть что-то. Куда ты пошла? Хочешь, тебе нужно делать? Да? Ты нифига себе, блин. Ломанулась-то. Радостная. Все забираем. Все, давай. Давай еще раз побеседуем. Сейчас еще на один блок наберем. Так-то ты, блин, ни хрена, у тебя ценники, я тебе скажу. Так, ладно. Фиг с ним. О, давай пистолетов кучу. Бесполезных. Погоди. Да-да-да, отменить. Ай, дура, иди сюда, Пайпер. Блин, я вот этой дурой. Да ты что делаешь? Я ж у нее все, я ее раздел, ё-моё. Так, тут где-то лазерный карабин. Нате, карабин. Выбери. Нате, на всякий случай, пистолет. Один штуку. Да. Вдруг у тебя что-то там... Все, давай одежду. На. Так, одевать. Так. 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 Ну ладно, журналисты хрен с собой. Так, одевай, 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 одевай. Все. Все. А то что-то забыл, я не все позабирал, блин. Давай, давай, давай. Вот почему они всегда начинают болтать? Давай. Оружие, значит, смотри. На. Да. А, ну он дешевый, ладно. Так я не буду продавать. А вот эти, по-моему, бегало. А, нет, мы пока продавать ее не будем. Пускай он будет у нас. Вот. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо, все. Дальше помощь, разные. Хлам. А хлам нам нужно просто выкинуть. Блин, а что так? Ну ладно, что. А где денег-то взять столько? Так, полетели быстренько на хату. Все, сгребем туда. Да, вот сюда. Все, все сгребем. Ой, что такое? Активно блокируя атаки в ближнем бою, вы сможете заставить атакующего отшатнуться. При этом он не нанесет вам урона. Ага. Ага. Это пила такая. Прикольно. Прикольная битва пила.
даже не бензин, а, по-моему, на газу или что-то. Газовый баллон же вроде. Рука такая, она вроде как газовый баллон. Если уж бабахнет, то бабахнет сразу, блин. Оттяпает все и вся. Так. Ты кто, блин? Ты нафиг мне такой поселенец? Сейчас позаражаешься. Худи от меня! Нифига себе. Ладно, хрен с тобой. Подробнее. Предметы, хлам, одежда, хлам, помощь, разные. Разные вот это. Хлам. Давай, все, разгружайся. Слишком у тебя много барахла при тебе. Я даже не буду смотреть. Я просто буду все складывать. Все оно нам пригодится, все оно нам пойдет. Ой, сколько же барахла, так действительно у тебя. Так, модификация. А я не знаю, тут она весит немного, как бы. Давайте мы, знаете что? Вот, модификация. Давайте сюда просто повкладываю. Зачем она нам? Боеприпасы, нет, боеприпасы остаются разные. Так-то, по идее, можно это все тоже убрать сюда. Вот рада, что шпильки и пупсов оставим. Пупсы, потому что штуки полезные, как оказалось. Чего у нас там? 117, да? Все. Так, мы что-нибудь оружие можем, нет, улучшить. А, вот как раз давайте посмотрим. Так, что мы тут улучшить можем? Проводка, наука, наука, наука. Везде наука нужна, второй уровень, да? И проводка. Так, а что другое? Вот молот я хотел. Нет, не молот. Кузнец. Там что-то где-то фанатик оружия, по-моему, нужно было везде. Блин. Не, давайте науку прокачаем, потому что везде нужна наука второй уровень. А эта пушка мне дико нравится, поэтому да. Давайте мы ее еще прокачаем быстренько. Тем более, скоро уже новый уровень будет. С возможностями. Так. Ванс. Я как вот так. Это что у нас? Оружейник. Фанатик оружия. Вот, наука. Что случилось? 17 уровень только нужен. Обалдеть. Это что такое? Нет, мне это не нравится. Давайте тогда... Кузнец где-то был. Давайте хоть так кузнеца сделаем. Да, чё? Так, ну-ка давай тогда молот улучшим. Чё уж там? А чё не хватает? Кузнец второй уровень нужен. Да ё-моё, да вы издеваетесь, что ли? Я-то думал тут первого, а тут второго. Ну, ладно. С другой стороны, нам пока качать-то особо нечего. А чё нам бетон нужен? Ладно. Фиг с вами. В принципе, у нас скоро уровень-то будет уже. А сейчас мы полетели обратно в Diamond City. И что нам надо делать, дальше я не знаю. Наверное, надо пошариться везде вокруг, поискать гангстеров, поубивать их, позабирать оружие, подрабатывать. И все. Этим мы и займемся. Во. Мы будем просто вообще молодцы. Так, откуда кожная броня обеспечит дополнительную защиту. Так, пип-бой может служить замечательным фонариком, однако его свечение, свет не маскирует вас. Если вы хотите действовать скрытно, выключите его. Тут сомневался. Так, там где-то мой робот был. Сейчас пойдем поохотимся. Так, да, мы сейчас сделаем заряд, поменяем. И пойдем походимся так, без него. Конечно, он шикарный, все. Но. Все, давай, вставляй. Залазить мы пока в него не будем. Отлично. Все, погнали. Не дай бог, кто-то у меня робота упрет. Так, куда мы нам можем сходить? Я вот не знаю, что это такое. Библиотека, церковь зачищена. Клуб, станция Парк-стрит. Зачищено. Давайте сюда, в библиотеку. Давайте просто позачищаем.
Просто позачищаем, потому что нам нужно очень-очень много денег, блин. И, честно говоря, ценник такой, что тут одно пишут, блин, продаем по факту за низшую цену этого, блин. Я в печали, я обижен. На харизму качать, наверное. Я понимаю, там, ну ладно. Процентов на 10, на 15, ну хренесим там пол раза. Ну там в 3 раза аж меньше. Просто, ну обидно как-то. Так, о, поспав в кровати, вы полностью восстановите здоровье и вылечите покалеченные части тела. Это хорошо. Вы чего-то очень сильно ждете? Найдите никому не принадлежащий стул или кровать и сядьте, чтобы перейти в режим ожидания. Так вы можете прождать до 24 часов. Вот, собственно, мы это и делали. Комиксы такие. Грогнак. The Warmer. Что-то. Кровь на харп, не знаю, арфа, наверное, какая-нибудь. А что ты все так долго грузишься-то, а? Ты неправильно это делаешь? А, ну ладно. О. Так, что это? Тут вот библиотека. Пойдем в библиотеку. И опять мы грузимся. А все почему? А потому что сделали вот так вот создатели игры. Что половину игры, наверное, занимает только прогрузка. Просто загрузка какой-то локации новой. Надо, не надо. Загрузимся. Хотя, смотрите-ка, вроде как оперативненько что-то. Точно, смотри, как оперативно загрузилось. Так, ну что, сохраняем видео и погнали. Все, понеслась. Опа. Так, спокуха. О, мясо. Ребят, вы главное это, не волнуйтесь. Вам волноваться вредно. Вы мне что, начнете гулять? Ох ты, ничего себе. А, чисто коричневый костюм. Так, давай, двигай. Что, берем вообще все. Потом все это сдаем, переходим, берем опять. Опа. Давайте в задницу. Все, нет камикадзе. Кстати, а тут камикадзе надо бояться. То в данном случае это камикадзе это. Опасники. Ах, тебя ладно. Нет, чуть пониже, а то что-то. Я маленько по-другому сел. Давай, разведчик. Легендарный мутант-разведчик. Это что там за 9-я рота, блин? Опа! Твою ди... Откуда? Шакалы. Да ё-моё, почему у тебя патроны кончились-то опять? Кидай! Кидай гранату, говорю! На тебе. Вы меня гранаты, я вас гранатами. Опа, там еще один был. Ты чё мне жопы-то свои мешаешься, а, дура? При этом летят-то в меня все. И чё, все, патроны кончились? Так, твою саны... Ладно, хрен с тобой. Чё есть, стреляй. Ах ты, блин! Да как так-то? Так-то неинтересно совсем. С ним легендарным. Да уйди ты, курица тупая, мешайся. Хуже собаки. Даже хуже этой собаки. На, вот это, прихватка там есть, на, взять.
прихватить. Так. Где-то падали. Я ни черта вообще не вижу. Что вообще происходит? Надо магазины, отвечаем. Расширенные. Подожди, а чё? А, чё один-то выстрел? Чё? Так ты стреляй. Всё, сдох. Отлично. Фу. Короткий взять. Автомат. Так. Укидной нож. Ладно. Хе. Какая чушь. Какая на самом деле чушь это была сейчас. Опа, скид. О, подожди, скид нафиг. Чемодан. Так, денег взяли до военных. Давай вылазим отсюда пока. Грудная клетка. А она ценится, нет? По-моему, нифига она не ценилась, нафиг не нужна она тогда. Опа. Тяжелый рукой супербнация. Это же предмет, это же одежда. Точно. Чего? Вы не можете... А, ну ладно. То есть одеть мы его все равно не можем. Ну и ладно. Так, колу берем, все берем. Так, тут ничего нету. Тут что есть? Так, тело есть. Патроны, костюм. Ребята, что такие нищие-то? Вы мне объясните, мне где денег-то взять, заработать? Ну, на самом деле-то. Так, это сейчас что, где было? Я вам как вот просто денег-то возьму? Вот где я столько денег возьму, чтобы вот там 15 тысяч были? Я вот 1000 накипеть не могу, а вы мне 15 тысяч предлагаете. Он ценники занижает, скотина. О, ничего себе. Тоже возьми. Так, о, ну-ка. Символик, да? Мусор. А, блин. Погнали. Так, стоп. Да уйди ты. Ты давай активируй. В данный момент библиотека закрыта. Я здесь работаю. Знаете, что, слушайте, знаете номер сотрудника? Чё, прикалываешься? My ID number is, 1, 2, 3, 5. Он прям... Ай, красавец, он прям мастер, я не знаю, блин, взлома. Сохраним, вся. Да. Это что-то с чем-то. Вот так вот любой подойдет, скажет, у меня номер такой-то, все, запускай меня, тут вообще, я тут за директор тут. За генеральный. Так, стопы. Что это такое? А, понял. Так, ты чего? Крышка, патрон, дрын. Понято. Понял. Ты это... Ты дура. Чуть на растяжку не нарвалась. Я смотрю, что-то ерунда какая-то. Я, блин, лично голову снесу. Погоди-ка. Не, все это. Вот. Так-то лучше вроде как. Ты их разнесло тогда, да? Откуда столько...
Ловушек-то. Это кто? Слушай, я не знаю, давай подожди. Мы хорошие, ребят. Здрасте. О, это вообще классно. Ну-ка, подожди-ка. Возврата книг, терминал. Ну-ка, мы что-нибудь сделать можем? Потратить жетоны? Не хочу жетоны тратить, какие-то карандаши. Да, ребят, давайте защищать его. Молодцы, я смотрю, поработали грамотно. А ребра и таз нет. А чем столько этих-то было там? Ловушек. А прикиньте, пришел я почитать. Тут мне бац, и гранату в лобешник сразу кинули. Какая штука? Подожди, подожди, ты что-то нашла? Подруга, ты где? Ты что нашла? А где она? Что она нашла-то? Подожди, это походу как собака. Начинает лаять, скулить, бежит. И тут то же самое, она куда-то побежала. Папер? Газета, ты где? Ты где была? Блин, дура! Веди! Обратно веди! Ты там что-то нашла, я уверен. Вот так вот, блин. Бывает с теми, кто книжки не возвращает. Так, очень могу войти? Нет, не могу. Нет, что-то она тут нашла где-то. Где-то как-то. А где, что она нашла? Вот как бы ее в следующий раз найти, вот допустим. Опа. А, ну давай, давай, да, там это. Там игры хорошие, там, вот смотри. Можем в гляделки поиграть через монитор. Вот смотри, вот давай, кто кого переглядит, а? Ладно. Че тусилось-то, ты мне объясни. Так, вазу надо взять, ведро не берет. Пайпер, да и хрен с тобой. Опа, это надо взять. Так, это книгу нам брать не надо. Не хочу. Так, больше взять ничего не можем. Че это такое? Короче, мы сейчас работаем тупо мусорщиком. Мы берем все вообще подряд. Потому что нам нужны бабки. Так, вообще все берем. Стакан, длинные яблоки. Че, да? Ага. А, пюре. Ну, это сомневаюсь, правда, что что-то ценное будет. А, подожди. Так, ну ладно, мы до этого не дошли, я пока еще не вкурил, как этим пользоваться, этим лабораторией. Потом у тебя поразбираюсь. О, шпильки, шпильки, это хорошо. Опа, давай на деньги. А, так, все, понял, что это такое. Где-то тут что-то было еще. О! Получается, по три штуки. О, точно. Так, тут ничего нету. И тут. Вот. Так, куда идем? Вдруг, подвинься. Библиотека. Ну так тогда. Библиотеки никогда богатыми не были, чё-то я. Хорошо придумал, но что-то действительно. Библиотеки богатыми не были никогда. То в этом году что-то прям такое найдем. Полезное. Но тем не менее, хоть что-то. Так, падать на плане надо. Вот эту берем. Да и пусть и таза. Папки. Лобус, жетоны, отвертки. Че такое? Бутылка с антифризом. А, шкурка, зажигалка, изолента. И, кстати, как мы выяснили... А? Как мы выяснили, эти-то тоже никогда богатыми не были, блин. Орки эти долбаные. А, погоди, а чё ты так?
Надо. 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 Не надо. Надо. Берем все вообще. Там увесе по пистолета оставляет ли роботов, ингибиторы, боевые режимы, катаясь на них по городу. Как же было весело. Нифига себе. Так, это опять возврат техник. Ух ты, нифига себе! Вот это уже интересно. Ребят, да вы молодцы, вы их перебили же всех. Ой, красавчики, дайте тут тогда пособираюсь, типа, все. Нифига тут, блин, у вас оплот последней надежды был. Эй, Пайпер. Ты где там? Иди сюда. Обмен мне нужен. Да я не обращаю. На вот тебе. Разное вот. Хлам весь собирай. Все. Забирай все, мне разгрузить надо. Слишком барахла у меня много. Так, боеприпасы нет. Оружие. Дрын туда же тебе. Заточенный дрын. Пистолет. Туда же. Туда же. Темный нож. Так, ладно, одежда. На. Помощь разная. Так, вроде все. Да, вроде как все. Все, что нужно было, мы набрали. Вот, глупость надо еще взять. Все, Пайпер загрузили. Давайте посмотрим, что теперь у нас тут есть. Молодец, роботы, какое хорошее. Они за нас, по сути, сделали всю грязную работу. Ой, какие хорошие роботы. О, Мишка. Плюшевый медведь. Тут что-нибудь, ничего нету, да? О, молоток. Изолента. Куда же без изоленты-то? А, вот чувак. Охранник. Ну что, могу быть? Давайте сохранимся. Так, и тут мы тоже сохранились. Слышь. Нифига он тут. Брони-то у него. А чё все это? Для денег! Какой черный ход? Кто, где, куда пошел? Потом давайте не буятьте. Упс! Интеллект. А-а-а, ой, как классно. Взять. Опа-опа, надо им помочь. Что-то махач начинается. Потому что если они прорвутся, придется защищаться мне одному, а это совсем не надо. Все, отлично. Ребята, вы вообще супер, вы просто молодцы. О, ё-моё! Твою мать! Сколько ж вас там? Подвиньте, тупой робот, меня ж убьют сейчас! Идиот! О, тут что-то есть. Надо взять. Сейчас отобьемся. А сколько их тут, интересно, волн будет? Кто стреляет? Где этот супермутант? А, так он там. Так это фигня. Вот это мы с тобой, подруга, встряли. Ладно, фигня, раскидаем. А, надеюсь, ты уже чё? Так, на радаре я вижу только... Все, я уже не вижу, это был вроде последний. Так, ну-ка давайте-ка, пока там разбирайтесь, вы вроде молодцы. Хорошо вроде справляетесь. Я тут еще пообследую что-нибудь поподробнее, вроде ничего не там. О, будильник прихранитель, вот видите? Что-то мы все-таки не успели дособирать. Вот. Так, это я не открою. Подруга, короче, нам знаешь что, подруга?
Это они раздолбили турели. Еще подруга, пошли, нам надо выбираться. А пока мы выбираемся, мы вот попутно еще попытаемся что-нибудь натырить, что у них тут есть. Как же не хватает мне этого-то, блин. Так. Не, ну они, в принципе, молодцы, перебили-то он как на ура. Вон, это вообще ногу оттяпали, что это? Что у него нога? Странная, дохленькая, ну да ладно. Возьмем все. Смотри, зачистка-то полным ходом идет, я смотрю, прям. Так, мы вроде-то подругу еще можем нагрузить. Так, там вот кто-то внизу еще их несколько. Так, подруга, подруга. Ой-ой-ой-ой-ой. О, сталь. Подожди, биометрический сканер я нашел. Ох, ё-моё. Сам поганый, отбежать не могу. Так. Подруга, пошли сюда. А, да он там один остался. Так его надо заводить по-быстрому. И сюда. Робот, это отвали. Ну-ка, обмен. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Нам нужно этот хлам тебе скинуть. Вот этот. По максимуму, а то я ходить даже не могу. Чем? Хуй максимальный груз, давай что-нибудь бери. Все что ли? Ладно, фиг с тобой. Спасибо и на этом. Ладно, это пока. Стать прохранитель, это надо все взять. Давай на деньги. Ладно. Крышка патрон. Все, это больше ничего не берем. Крышка патрон. Вакуумная лампа, сталь. Так, а что, мы же зачистили, нет, получается, как думаете? Нет еще. А что надо делать? Так, сохранилось. Так, значит, крышка, патрон. Что такое? Что-то надо взять. Я думаю, мы, если не зачистили, то... Да, хрен с ним. Предмет, давайте один выкинем. Что там нужно? Вес. Вот-вот-вот, цена небольшая. Ай-яй-яй, ты что делаешь? Если вот так вот надо выбросить, и выбросить. Вес тут не так много, все, погнали. Ну что, подруга, вроде мы тут все зачистили, мы вообще молодцы. А если не зачистили, то как минимум мы хотя бы набрали кучу-кучу-кучу вещей. Сейчас мы продадим. Ставим... Миллионерами. А, да, оно таки было. Так, а я могу уже переместиться сюда или нет? Скажем, вот тут, сюда. Блин. Мне надо отсюда выйти, значит. Где они там? Все, пошли на выход. Точно, мы же сюда заходили. Я уже забыл. И все, и на выход. Да-да-да, они меня тут несколько раз гишельбе-бишельме, блин. Опа. Понятно. Меня поубивали несколько раз, я на них обиделся, перестрелял всех. Так, вот там были, пошли, значит, сюда на выход. Все. Идем на выход, тут мы все уже взяли, все, что хотели. Бэк-бэй, задняя бухта, дверь, не знаю. Бэй вообще... вообще бэй это... Причал, бухта, как-то так она называется, не уверен точно. Но, по-моему, что-то в этом духе было. Бэк это задняя. Не знаю, что это означает. Да, задний причал, задняя бухта. Ну, задняя дверь, видимо, да? Так, покажу тебе, хоть кофейку попью. Так. Ну что, ребят, запускать будем? Нет, меня. Опять будем мир долго-долго, нудно-нудно грузить. Будет неинтересно, будет скучно. А нам еще одна загрузка будет, пока мы переместимся. Потому что нам в любом случае будет нужда. Да. Зато мы набрали очень большую кучу оружия. Самое поганое, что мы носить-то не можем. Получается, нам походу на силу немножко увеличить, потому что нам даже... Ага. Такой злой.
Потому что там не хватает даже зачистить территорию, чтобы все вынести оттуда. Нам не хватает грузоподъемности. Так, вот скажем, ну что, да мы тут что сделали, мы зачистили. Наверное. Ну, если нету, практически. А, вот, подожди, вот рынок. А, вот, прям на рынок можно. Давай, на рынок Diamond City. Так, в 2229 году таинственный незнакомец убил нескольких жителей Diamond City. Уже после того, как его застрелила охрана, выяснилось, что он синт. С тех пор жители Содружества боятся института. Ну, что могу сделать? Просто извините меня, вас тут мародеры и так далее убивают, вы что-то не кричите. А ты рейдер или ты хороший человек? А вот один несчастный синт, все, блин, враги народа. Да между собой разберитесь, то, блин, сейчас тебе в лицо улыбается, блин, а потом в спину стрельнет. Рейдеры, они такие и сволочи. Так, робот мой на месте, все, не дай бог. Че, давай, Соломон. Наркоша! Да реально наркоша. Так, ладно, мне фиг с тобой, мне это не нужен, мне надо. Вот это продать, вот это. Всего? Так, ну давай, подожди, оружие. Чё-таки ценники низкие. Да пошел туда отменить сделку. Ты нету что-то это? Сказки рассказываешь. Давай пробуем вот с тобой побеседовать. Ты вроде... Подожди, а у тебя кто? Борис. Давай, давай, давай. Обмен, да. Self-defense at its best. А где бы нам понабрать-то? Боевой нож. На. На. Я не знаю, это тут, тут ж сколько надо зачистить, блин. Мест, чтобы вот чуть-чуть хотя бы поднакопить. Я не знаю, так он туфта вот это. Ну давайте оставим, потому что он уникальный, мы его просто уберем. Так, продай все. Одежда. В принципе, да, она дешевенькая. Так ты реально, откуда такие ценники-то низкие? Да, так, подожди, у тебя Артура. Давай. Артуро! Вот. Давайте вот это возьму. Да. Так, подруга. Давай поговорим. Так. Забираем. Так, жетоны, зажигалки, изоленты, катушка, карандаш. Оружие. Кофейная кружка, да, красивый яд. Стоп, лицо еще только что был. В принципе-то ее и одевать-то не особо. Это чисто кость, все понял. Миска, вилка, отвертка, машинка, тарелка, палитка, погремушка, зажигалка, прихватка, пружинка, разный ключ, ваза, ложка, сигарета, скивидар, телефон, миска. Все туда. Все. Читать не буду. Так. Давай. Обмен. Что у тебя есть? У меня есть товар для каждого. Верю. Так, ну пускай пока будет. Хотя сколько он висит-то? Так-то он мне 7 веса занимает. Давайте. Эй, херси. Не, подожди, дай-ка я у тебя. Штуки 4. А, подожди. Я смотрю, 4 штуки себе хотел оставить. Вот так. Да ё-моё. Да ё-моё. Да херси. Как неудобно, да? Точно, блин, нафиг. Так, ты давай мне что-нибудь это. Ценник-то давай подороже. Ну чё смеёшься-то? Оптический
Так. Значит, снайперский пистолет. Подожди. Ты верни, я что-то это перепутал. Ты ж мой. Ладно. Так, тут даже помощь разная, хлам. Ну, все вроде. Так. Погнали, скидываем барахло наше все. Подожди, где мы? Да, сюда. Так, началось что? У нас, в принципе, есть два ядра. И у него еще есть два. Можно, я думаю, уже продолжать квест, брать какую-нибудь следующую миссию, идти уже в костюмчике и просто долбить всех и вся. Я думаю, насобираем уже новый. Весовых проблем. Вот ты раньше не мог этот совет мне дать? Чтобы включить этот свет и осветить темные заколки, нажмите и удержите кнопку пип боя. Я тебе, собаку, сколько фонариков ты искала? Из серии, наверное, 7-8 только нашел фонарик. При условии, что каждый из них по 40-50. Ой, блин, надо убивать меня за такие советы. Вовремя прям. Так. А, ну ладно, чинить будем потом, подожди-ка. Мастерская подробнее. А, предметы, оружие. А чё, не продали, что ли? Ну ладно, чё продали. А, разные хлам. Всё, хлам здесь продаем, хлам штука полезная. В данном случае в постапокалиптическом мире это более чем полезная штука. Поэтому хлам продаем, продали. Молодцы мы. Так, теперь давай... Ай, нет, всё, слета. Так, что такое? А, у предмета оружие, одежда. Ну, это сейчас... Цени. Блин, по копейкам он продаст. Ладно. Надо, кстати, давайте сейчас пойдем пожарим что-нибудь. Шпильки пупсов оставляем. Все. Так, погнали, что-нибудь пожарим, попробуем. Так, разбирать я пока это ничего не хочу. Что это такое? Понял. Понял. Я уже забыл даже, что я тут делал. Так. Использовать. Мясные блюда. Жирный рат олень. Делать. Точки катаклизма. Делать. Ох, ну что мы тут? Гончий мутант отбивает. Мы сейчас наделаем еды, ё-моё. Так. Сейчас наделаем, что? Жало крыл. Так, напитки. Очищенная вода, сделали. Вискарика нету, извините. Клесть, все, это клесть. Супы. Чешская с лапшой. Вот, вполне мы себе приготовили такие сухпайки. И теперь можно и жить. Так, а давайте посмотрим, что у нас все-таки. И создание брони, а то мы как-то... Вот, давайте вот это, она как-то у нас блатная. Сварная. Крепленная, усиленная. Так. Ну, давайте усиливать там чуть делов-то. Так. Легкость. Вот увеличение максимального веса переносимого. Опа! А вот это надо, насколько увеличивает. Так, увеличение максимального веса переносимых грузов. Уменьшение веса, увеличение. Так, укрепленное. Уменьшение количества урона конечности. Уменьшение дополнительного урона в ближнем бою. Это оружейник нужен, да? Все, понял, так давайте тогда прикарманенный. Ну давайте, я не знаю, насколько у нас получится. Так, у нас было 240, сейчас мы посмотрим. Давайте я гляну, да, выйти. Сколько у нас получилось, броник? Предмет. Это здоровье, блин, ну что-то ерунда. 245, это лучше, да.
Так, давайте сейчас быстренько усиливаем, все это делаем, пробегаемся и завершаем серию, потому что у нас как-то она опять немножко затягивается, на 50 минут уже. Так, расшита кожить. Лёпаная кожить. Делаем все, мы крутые, мягкая подкладка. Вот, прикарманенный. Делаем. О, уровень поднять, это хорошо. Так, кавалерийская, мы это сделали, да, уже? Кожаная броня. Стандартные, расширенные. Клепанная кожа. Так, прикарманенный. Все, кожа у нас кончилась, поэтому... А, во, там, то есть мы можем сделать, да, хотя бы? Давайте хотя бы так сделаем, хоть что-то, потому что прикарманенный больше нельзя. Вот, а как, ну чё? Ваша отвратить урон с энергии. Так. Так вот, давайте вот это сделаем. А, так, тут я ничего делать не могу. Расшитая кожа, легкость. Так, вот, вот это я хотел что-то посмотреть. Сварная, закаленная. Вот это надо сделать обязательно. Так-то я не знаю, мне кажется, если... кучу денег тут взять. Мне кажется, тут вполне можно такое себе наворотить. А зачем? А, так подожди, а что ты ее? Выйти, да? Подожди, а что ты ее не одел, почему? Предмет, одежда. Все. Все, понял. Подруга? Стой. Обмен. Да. Я тебе тут это шмотку хочу дать. Вот это вот. Так. Одень. Да, это гораздо интереснее тебе будет. Все. Так, все, ребят, сохраняемся. Потому что что-то серия, говорю, уже подзатянулась у нас. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, пока!